Так, всем привет, с вами я, Артём. Это обзор Moto Vanilla Pack 1.5 на Rail Train Mod. Вот и покажу, как строить с ним контактную сеть. Погнали. Мод добавляет много разных вещей. Поезда, рельсы, новые опоры, семафоры, шлагбаумы. Также двери для депо. Давайте сейчас покажу, как строить с ним контактную сеть. Берем рельсы из Мёрти Фрейрой, ну или из Moto Vanilla Pack. Я тогда возьму и построю тогда сразу же из двух вариантов. Берем рельсы. Провод и опоры. 1.5 я солью в своем телеграм-канале, если кому-то надо будет. Берем наш из... Показываю способ на immersive railroading. Берем нужные рельсы. Так. Стоп, вот они. Вот. Выбираем количество... Ставим раз. Ой. Ставим два. Берем изоляторы. Здесь у нас есть. Нам нужно сразу же два брать, потому что, как вы, наверное, знаете из моих других роликов, прошлых таких. Также берем еще вот этот вот. Из моих прошлых роликов, наверное, как вы помните. Как там его... А, вот. Там я строил эту контактную сеть, но там уже использовал другой пак, а это Moto Vanilla Pack, а там не Moto Vanilla Pack. Для Immersive Railroad нужно строить чуток повыше контактную сеть. Сейчас поставлю еще маркер для... берем рельсы. Успокойся. Вот. Поставим вот эти вот. Сейчас еще тогда уберу их, чтобы взять. Ладно, пусть будет электровоз. Вилку возьму. Для нее нам нужно... Чтобы поставить под нее контактную сеть, нужно сейчас посмотрим. Ой. Также покажу еще, как делать анкерную сеть. Это воздушная стрелка. Анкерная сеть. Вот я поставил уже, тут у нас... Сейчас. Это не подходит. Контактная сеть сейчас стоит под Rail Train Mod. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Когда у нас, если у нас стоит она 8, то нужно поставить ее чуть повыше. Должно быть нормальным сейчас. Проверяем. Отлично. Под Immersive, если вы строите под Immersive Railroad, то нужно ставить столб в высоту 8 в 9 блоков. Это для Immersive Railroad. А для обычного, для Rail Train, это... нормальная высота будет 8, но мы его не будем смотреть. Такую же опору мы ставим и сбоку, с другой стороны. Но пользуемся по-другому чуток уже. Так, выделяем. Ставим вот... Берет этот вот редактор и ставим. Так, это я неправильно поставлю, сейчас поставлю. Да, примерно, если вы строите для двухпутного участка, то нужно ставить вот так вот, чтобы на одном столбе вот эта вот штучка, вот эта вот,
Вот это я сейчас указываю. Она должна на одном участке, над одним путем идти от столба, а на втором к столбу. Потом это продублируем и поставим точно так же, но наоборот. То, что вот здесь у нас будет к столбу, а там от. Сейчас я поставлю. Вот, я уже поставил. К примеру, вот здесь у нас висит к столбу, а вот там от столба. Смотрим, сколько у нас, какая у нас здесь тип крепления. Это у нас должна быть переменка. Потому что если мы поставим сюда постоянку, то у постоянки два провода. А у переменки один снизу. И вешаем. Как видите, ты понял, в чем была ошибка моя. Наверное, я поставил слишком далеко. Сейчас. Дай сейчас повесить. Во, отлично, повесил. Это контактный провод. Вот, отлично. Вот так у нас вешается обыкновенный контактный сеть. А сейчас... Так, только вот эти вот исправлю, чтобы было поудобнее мне пользоваться всей. Блин, ребят. Тут еще такая приятная, прекрасная музыка играет. Это от Майнкрафта. А сейчас я покажу вам, как строить анкерную сеть. Так, поставим. Так. Ставим минус 30. Таких штучек мы поставим где-то там 5. Вот. Все отлично. Ладно. У нас еще и провода отсканировались. Удобно. Сейчас поставим рельсы. Но это я все сделаю за кадром. Так, все готово. Сейчас будем строить анкерную сеть. Как ее построить? Нам нужен... Как нам? Так, это нам не надо. Опять же берем те же изоляторы. Провод и эти же... Будем строить где-то тут, на примере. Берем изолятор. Так, стоп. Что я его... Сейчас тогда... берем изоляторы. Листаем самый верх. Вот. Берем вот эту вот анкерную. Вешаем. А почему? Ладно, сейчас попробуем поменять на другую. Ага, так не получится. Окей, возможно, придется так ее повесить. Иначе никак. Она, правда, не висит в воздухе, но окей, пусть будет так. Берем также провод. Протяну-ка его и отсюда, и еще и до туда. Так, берем, цепляем провод обычный за вот этот, и летим сюда, и анкерную мы цепляем за такую необычную, она называется консоль анкерная, вот, нет, не это, она чуть повыше, вот эта консоль тоже нужна будет, мы должны поставить самый низ. Потом мы за эту консоль так не цепляем и берем вот эту переменку концевик. И цепляем его отсюда вот к этому, вот к этой штучке. Красивенькой вот этой вот, которая вниз уходит. Вот. У нас должно получиться что-то примерно такое. Обратно берем переменку. Ну или уже, если вы хотите сменить там ток, то
по-другому. Цепляем этот провод за верхний. Это запомнить надо, что мы цепляли его за верхний. Потом снизу мы здесь ставим такую же фигню, но и снизу, и вот этот изолятор тоже прозрачный, мы тоже должны поставить снизу. Этот провод, который мы вот там цепляем, мы цепляем уже только за нижний. Это важно. И вот тут мы точно так же цепляем, только там уже за верхний, а тут наоборот за нижний. Здесь у нас должны провода, как бы так сказать, пересекаться так крестиком. Потом цепляем это за нижний. Ой, не за нижний, а за верхний. И мы это вот туда цепляем, к этой обычной консоли. Берем концевик, оттуда туда цепляем. И готово. У нас получилась анкерная сеть. Для чего же она нужна в реальной жизни? Так-то она нужна для смены рода тока. Правда, я не знаю, как они так могут использоваться, то есть там сменить рук тока. Ну, возможно, там новые провода поставить. Сейчас поставлю. Во, все идеально. Показал сейчас краткий обзор, как строить анкерную контактную сеть. Ну вот, я уже поставил себе тут электровоз VL80. И давайте посмотрим. Прекрасно подходит. Прекрасно. Может, там остается 1 миллиметр. Ну да, но это не так уж и страшно. У нас цепляется все. Вот так у нас и выглядит контактная сеть. Показываю на стрелке. Вот, я поставила стрелку. Давайте начнем на ней строить данный участок пути. Сейчас поставим. Извините, у меня просто вылетела запись. Вот такую консоль для того, чтобы сделать стрелку. Далее, смотрим. Нам нужно поставить так, чтобы отклонение, вот это самое такое сильное отклонение, вот оно. Там, где оно и происходит, приблизительно в этом месте мы ставим данные на опору. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Все. Смотрим с другой стороны. Так, чтобы мы видели самые сильные отклонения. Примерно где-то вот тут вот оно. Вот я не могу багуить. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отлично. И вот тут мы... И тут мы строим завершительную вот эту часть. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вот тут мы также простраиваем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Так, я простроил. А также у нас контактная сеть та же. Летим туда, вот сюда вот. Ставим, например, от столба, то есть, точнее, к столбу. Тут мы ставим такую. Вот здесь мы ставим тоже к столбу. Тут мы ставим к столбу. А напротив этой мы должны также еще поставить также опору. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, не так. Поставил вот. И тут мы примерно так же простраиваем, только уже наоборот. Вот. И соединяем проводами все это. Вот сюда вот. Так. Сейчас. И готово. Ну и туда осталось провести только. Только. Все. Примерно как-то так.